Так. Вот, опять кремлевскую стену выстроили. Но вот сейчас нужно бить, ну уж точно. Я помолчу. Ну а что ты, куда бы сейчас? А ты комментируй, я помолчу. Ну давай. Я переживаю за Казань. Разбег. Молчи! Гол! Я всегда говорил, что нужно верить. И нужно верить то, что даже при счете 4-0. И это очень символично, что капитан Бауржан Исламхан, 9-й номер Республики Казахстан, забивает такой нужный гол. 4-1. А это уже не 4-0. Смотрим внимательно. Бабах! И все. Кстати... Тегесеттен жеткені 30 жас, қанчетегінің сақы жас болып есептеледі. Исаэль жақсы пас, және тамаша мүмкіндік Бауыржан Исламханға. Гол! Бауыржан алғашқы голын соғы отыр биылғы чемпионаттағы. Исаэль гол және Исламхан үштігінің тамаша шабуылы. Сонымен 60 минутта есеп бірдіңер қайрат алды. Шымкенцев. Гол выступил в роли ассистента. Здорово, но до этого Исаэль отыграл мяч. На гоу очень хорошо разыграли эту комбинацию. И Алмат Бикбаев. Но он больше... Столько лет выступления успел заслужить любовь. А это может быть опасно. Удар! И 1-0! Вот это начало матча. Бауыржан Исламхан. Серьезная заявка от Кайрата на успех в этом поединке. Ал мундай соққа арине Бауыржан Исламханның оң жамбасына келеді, ашық кеңістік қалса болды, бұл жігіт ешқандай да қақпашыға мүмкіндік қалдырмайды. Қақпаша шамамен бір 40 метр дейді. Гол! Тамаша, есепті 4-0 өте әдем соқты. Бұл енді өзіне сенім бабамын деймін ғой қалай. Аля Зидан деп қойықшы, Аля Паненко деу кішкене шанкерлерге. Алыстау естелік болып көрініп. Қақпашты Насыра салды. Бұл енді өзіне өте сенімді адамның тұруға қалай дегенде. Бауыржан Исламхан және Дмитрий Непогодов көрек, құрметті көрермендер, және гол! 1-0 Бауыржан Исламхан. Қақпашы мүлде басқа бұрыштан қауіп күткен болатын, ал Бауыржан Исламхан сол жақ бұрышқа сырғыта салды. Есеп 1-0, ойынның 64-ші минутында. Нәтижесінде жақсартып келе жатыр. Дәлірек айтатын болсақ, ол Премьер Лигадағы 43-ші голын және өзінің спорттық ғұмырында. Это у нас некоторые технические неполадки у нас были. И гол на 3-й минуте в исполнении Бауыржана Исламхана, разумеется, происходит. Звук отсутствовал у нас, вот разрешены все эти проблемы. И мы возвращаемся. Давайте смотреть, как развивалась эта атака. Ну вот Исламхан выдал передачу и повезло, что мяч таким образом. Захватывающим, во всяком случае, второй тайм был просто на заглядение. Исламхан, какой удар, это гол! Это просто сумасшедший гол, друзья. И тут просто выбегает вся скамейка Кайрата. После таких мячей. Роберто Карлос чем-то сразу мне напомнил. Вновь и точно под перекладину. 2-3. Гости вновь выиграли офсайда. Там я сказал скорее да, чем нет. Вот здесь тоже. Во-первых, решение арбитра уже принял. Во-вторых, все-таки это похоже, друзья. То есть все-таки было похоже на фол. Оставался с мячом.